Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Единая Россия, я разважаю, не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Я законно нахожусь. И все, вот это должно быть. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили, мы все сделаем для севастопольцев, никто ж не спорит. Соответствует многим требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При этом, при всем, мы движемся вперед, мы принимаем законы. И если эти законы жизненно важны, вот, например, такой закон, который будет регулировать деятельность, профессиональную деятельность представителя народа, да, а депутат у нас является непосредственно тем медиатором между собой и реализацией своего права на власть. Почему мы и ждем, не то что ждем, нет, ждем действительно помощи от общественной палаты. В устав города мне бы хотелось внести, что законодательной инициативой будет пользоваться и торгово-промышленная палата. Вот она показала себя очень здорово во время пандемии. Вот. Поэтому еще раз скажу вам, что 24 депутата, но у нас за спиной должна быть общественная палата. Должны быть наши активные общественники. Вот, совершенно верно, правильно. У нас базовые законы в городе приняты все. Сейчас идет корректура, и, безусловно, устав необходимо корректировать, необходимо вносить туда изменения, потому что действительно в 2014 году мы его сотворили из того, что было во всех регионах Российской Федерации, сделали свой. Ну, тогда время было такое, может быть, на время не надо пинать. Было хорошее время. Ну, сам факт, что есть над чем работать. Есть над чем работать. Александр Михайлович, еще один вопрос, я извиняюсь. Да. На сегодняшний момент существует ли комитет... Только с разрешения ведущего. Позволите? Да. Ну, уже, да. Существует ли на сегодняшний момент комитет или группа, которая работает с уставом города Севастополя? Или этот вопрос отложен на потом? Я могу сказать за свой комитет. В моем комитете этот вопрос не рассматривается. Это, вернее всего, комитет Зубенко. Ну, вы понимаете, что по профилям работают комитеты по профилю. То есть не всегда я могу знать, что, какой законопроект готовит комитет там, по социальной политике или комитет Зубенко и так далее. То есть потом, когда уже приходит к нам законопроект, мы уже с ним знакомимся. Здесь очень много вопросов обсуждения идет по уставу. Вы принимали участие. Мы не голосовали за устав. За устав, я в курсе. Еще там нас, по-моему, болели, потому что мы считали, что данный устав никуда не годится, он рано или поздно однозначно дискредитирован будет. И все последствия, вот те, которые у нас происходили в городе Севастополе, они прежде всего связаны с основным законом, по которому, с конституцией, по сути, городской, и которая на данном этапе не отвечает современным требованиям, вообще не отвечает интересам города Севастополя. Вот об этом я говорю четко и определенно. Я позволю немного тоже сделать ремарку, потому что я активно участвовал, как и все тоже. Первый устав писал, если мне изменяет память, по-моему, Борис Дмитриевич Колесников. Я на него еще тогда очень возмущался, что он пишет устав сам, не привлекает общественность. Это было тогда в комендатуре Черноморского флота. Потом на следующий день этот устав, если мне изменяет память, был передан Херсонской, чтобы она его делала. И последний человек, с кем я разговаривал, это Алексей, не буду фамилию называть, это было около 2 часа ночи, когда я там ругался и гапался, что устав в таком виде принимать нельзя. И давал предложение. Я с вами тут полностью согласен. И если вы помните, первое было видео, такая вот, как у нас, встреча, я не знаю, когда после выборов, эйфория.
когда сидели представители депутата, мы с вами тоже были, где сидела наша уважаемая Щербакова, говорила, что они теперь будут рассматривать, извините, что я кривляю, я просто копировал, что они будут рассматривать устав, внесение изменений, дополнений, но ничего до сих пор не было. И вы тоже знаете, да, Евгений говорит, что устав на сегодняшний день, он дырявый, хотя на самом деле устав для Севастополя это фундамент, та же конституция. И у нас получается, что устав понес за собой все дырявые законы и все то, что мы с вами имеем. Мы не говорим о федеральных законах, которые тоже дырявые. Которые когда смотришь и думаешь, кто же его писал и кто его принимал. Хотя мы здесь, как нас считают, в деревне. Теперь вопрос вот вам и вопрос и предложение. Не думаете ли вы или не считаете ли вы, что пришло время все-таки поднять Севастополь, в каком смысле, проводить вот эти депутатские слушания с привлечением общественности города, специалистов, именно рассмотреть и внести изменения в устав, о предложении, достаточно уже много мы ошибок, очень много сделали, поднимать вопрос о создании вот этого общественного совета при законодательном собрании, где будут сидеть представители, будет больше связи, больше информации, и плюс еще в комитетах и комиссиях без права совещательного голоса, ну, решающего голоса, спасибо, Александр, поправил меня, привлекать именно хотя бы те партии, которые не вошли в парламент. Да. Вот, и Единая Россия, и Размножаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Я могу поднять вопрос. Я законно нахожусь? И все, вот этот парламент должен быть контролирован. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили, мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.